Израильская армия опубликовала видео, на котором, как утверждается, показаны авиаудары по объектам Хезболлы в Ливане в ответ на недавние ракетные пуски. В письменном заявлении израильские военные заявили, что воздушные удары были направлены по центру командования и управления, а также по военным объектам, на которых действовала Хезболла. Точную дату и место съемки видео агентство Рейтер не уточняет.